Speaking words of wisdom, let it be. В свой адрес я очень много таких видела до того, как начала петь. И стало еще страшнее, прикиньте. У меня градом просто слезы. И он сделал это специально? Конечно. О чем это говорит? Программа у нас будет убойная абсолютно. I'm begging you, SSR, oh, lucky you are, man. Но если ты не будешь петь вот этим местом, ты никому не нужен. Лариса Долина в гостях, Музлов, погнали! Льдинка легендарная! Сейчас начинаем, да? Лед растаял, кругом вода. Постой, ей нельзя сказать. Ей нельзя назад. Назад. Так и хочется тебе, милый мой, сказать. А это ты к кому сейчас обращался, милый мой? Вы не старались еще? В общем-то, я пришла сюда не стараться. Я, во-первых, в наших строках общения, Лариса Александровна, хочу вас спросить. Вы столько лет уже на эстраде? 50. Заканчиваем программу, уходим.
Я просто щенок, я ребенок по сравнению с Ларисой Александровной. Безусловно, вы все знаете о музыке, а я только начинаю в ней разбираться. Ну, может быть, и не все еще, но многое знаю. Ну, в любом случае, мы, я думаю, до конца дней своих будем всегда учиться, конечно, делать ошибки и чему-то новому учиться. Молодое поколение у наших заслуженных, заслуженное поколение у наших молодых. Народных. Народных. Народные у. А, у великих. А великие у. Гениев. А гении? У Господа Бога. Дориме. Должно зазвучать. Вы в последнее время очень часто ходите по разным проектам, именно на YouTube, на молодежные каналы. То есть была артистка Долина, была, ну что, есть, да, артистка Долина. Потом в какое-то время, Лариса Анна, вы пропали, выпали из полимедиа, за исключением голубых огоньков, каких-то стандартных, да, программ на телевидении. А потом резко открываешь интернет, и везде Лариса Александровна, везде Лариса Александровна. И это круто. Для вас это что? Вот какое-то новое... Ну, вот что-то новое для вас, вот это именно, ходить на программы, цеплять что-то новое, интересное. Ну, да, ну, на самом деле, я, конечно, не везде хожу. Хожу туда, где мне интересно, где я смогу что-то полезное для себя взять. Там, где я услышу что-то новое, свежее, из уст наших молодых артистов, начинающих. Мне это очень интересно, любопытно, поэтому я и хожу. А потом у меня... Мюзикловая история, когда... Вот сейчас перерыв, да? Почему я пропала так надолго? Потому что мюзиклы. Мюзиклы. Да, и мне пришлось даже коллектив музыкантов, к сожалению, попрощаться с ними, да, на какой-то... Когда началась у меня мюзикловая история. Правда, какое-то время я даже смогла уговорить их влиться в оркестр, который там играл. Ну, а потом мы расстались. Так случилось. И потом мюзикл на мюзикл, мюзикл на мюзикл. Ну, а потом, значит, вот, когда я резко помолодела, да, и душой, и телом, я решила, что почему бы нет, когда зовут. И есть такая возможность и пообщаться на вот эти темы такие вот важные, mm-hmm. музыкальные. А есть еще возможность живьем попеть, что было не так часто, к сожалению. Но в основном программы же выходите, где же не поют живьем. Вот, нет таких программ в интернете. Они есть, но их очень мало. Очень мало, прям по пальцам пересчитать. Вот я сейчас была на одном проекте телеканала Муз-ТВ, можно об этом говорить? Да, конечно, хоть что говорите вообще. Половина артистов пела живьем? Под плюс. Ага. Половина, причем были такие артисты, которые вот там битва поколений, то есть артисты старшего поколения. Так. И артисты совершенно молодого, да? Кто так более вот, поющий? Так вот, практически все артисты старого поколения пели живьем. И многие молодняк пел под плюс. О чем это говорит? О том, что старая школа остается старой школой. То есть привычка есть петь только живьем, а мертвые-то вообще не поют, на самом деле. Вот, и для меня это, конечно, такая большая, красивая история была, все равно, да, ну, потому что, нет, конечно, есть, вот там, например, был Артем Качер, классный парень, просто замечательный, автор прекрасный, голосина, красивый очень голос, и он там показался просто потрясающе. Поэтому я и похожу туда для того, чтобы услышать живьем, не в Ютьюбе, не клипы, а именно живьем, как эти люди поют, молодые. А почему согласились к нам прийти? А потому что здесь живое пение. Где я еще попою живьем сейчас? Так вот, вот там, на Муз-ТВ. Нет, а там мне петь не надо было, я там жюри была. А, там жюри сидели. Да. Я знаю, что у нас поступила вчера информация, что наш уважаемый басист Алексей Лебедев покидает шоу «Музлофт» и уходит... Да, уходит ко мне, да. И уходит к Ларисе Александровне. Вы сейчас стали заново набирать музыкантов? Да, я решила, что все, пора кончать со всем этим безобразием, надо набрать музыкантов, надо концерты сольные работать с живым звуком, я хочу гастролировать. Конечно, уже таких плотных гастролей, как раньше в советское время, ну и вот постсоветское время не было, не будет, потому что, ну, сейчас это уже и не очень нужно, да и потом пандемия, она как-то все-таки тоже все на свои места ставит. И будем делать небольшие туры такие, но программа у нас будет убойная абсолютно. Класс. Я приду обязательно. Надеюсь. Я не на тебя приду смотреть. Тебя-то я уже видел миллион раз, конечно, безусловно. А что вы сами смотрите вот из мира интернета? Что-то, может быть, какие-то программы, сериалы, то, а может быть, какие-то молодежные движения, которые вам нравятся сегодня? Нет, не смотрю. Нет? Mm-mm.
там тот же самый какой-нибудь ЧБД посмотреть. Честно говоря, это... мне даже некогда, правда. У меня такой загруженный график. У меня же еще институт, и мало того, что я 5 лет руководила одной кафедрой, с этого года двумя. То есть ко мне на кафедру влились еще инструменталисты. И при этом я еще пытаюсь свою основную грань деятельности как-то со всем этим совместить. Ну, вроде пока получается. Надеюсь, что получится все. Все хорошо будет. Ну, в общем, некогда заглядывать мне в интернет и смотреть молодежные сериалы или какие-то там еще другие контенты и так далее. Мне хватает того, что есть на самом деле. Вот поеду на гастроли, будет свободное время, там, допустим, днем. Буду смотреть что-то. А Музлов с собой посмотрите? Непременно. Еще разок! Еще раз! Come together! Yeah, yeah! Yeah, yeah! По легенде одной и старой люди стали хвалиться, что равны богам. Не разбудили? А, хорошо, спасибо. Класс. Такие хитяры, конечно, которые хочется всегда петь. Навсегда. Просто вот музыка навсегда. А сколько у вас получается вот композиций, которые, вот по вашему мнению, навсегда? Есть же, безусловно, песни у каждого артиста есть, которые вкатили, которые не вкатили. Лариса Александровна. Конечно, конечно. У меня таких песен много. Вот ты делаешь на них ставку, а потом ошибочка вышла. Все как-то так зыбко, не понимаешь. Вот ты надо иметь обязательно рядом с собой какого-то эксперта. Человека, который сразу скажет, вот эта песня пойдет, вот эта не пойдет. Ну, нет такого. Ну, надо искать. Есть человек, который знает, что такое хит. Вы знаете, что такое хит? Вы умеете? Нет. Вот. Нет, не знаю, не никогда не знала. Это отдельная профессия. Это вот музыкальный продюсер. Таких единицы. Вот грамотных продюсеров, которые абсолютно точно знают, какая песня вот у его артиста выстрелит, какая не пойдет. И вообще, которые знают, что вот только такие надо петь, потому что вот именно они и выстрелят. А как вы относитесь к тому, что вот, гениальных продюсеров единицы, но зачастую гениальные продюсеры, они придумывают одну песню, и потом в очень похожую историю дальше продолжают, бьют в эту таких песню. Таких примеров много. И получается целый такой альбом. Мне его скучно слушать на пятой песне. Мне скучно слушать приходить там на знаменитого артиста, которого сделал продюсер. И нам, опять же говорю, на пятой песне, одно и то же.
Вот ощущение, да, что концерт превращается в, там, в 2 часа. Я вам скажу, у вас разный же репертуар, Лариса Александровна. Да, слушать-то приятно. Вот, вот поэтому слушать приятно. Ну, потому что ты музыкант, ты не можешь себя... Понял, съел. Ты человек творческий, ты не можешь себя причислить к обычному зрителю, да, рядовому. Поэтому ты так ощущаешь это все. А зрителю рядовому, неискушенному, ему, конечно, все по-другому видится и слышится. Поэтому он выбирает какие-то странные иногда для меня, как для музыканта, странные песни, которые становятся их любимыми. Понимаешь? Вот есть, ну, я допускаю, что могут быть 2 песни, ну, я не знаю, очень похожие, да, только-только начинающего артиста, но больше уже перебор, правда. Уже надо идти по другому пути, чтобы заинтересовывать. Нельзя идти прям вот всегда на поводу у публики. Надо ее все-таки, надо все-таки ее за собой вести, а не наоборот должно быть. Вот это мое всегда было глубокое убеждение. Вот плавно перешли... Я хотел поговорить об альбоме вашем на англоязычном языке. Он единственный. На англоязычном языке? Блин, англоязычный. Англоязычный альбом. Англоязычный альбом. Вот представляешь, я какой корявый. Их 2 даже. Их 2. Hollywood in Mood. Hollywood Mood. Hollywood Mood. Первый, а второй называется Road 55. Это же писалось все в Америке, я насколько понимаю. Да, это писалось в Лос-Анджелесе на студию Джорджа Дюка. Нифига себе. Эти оба альбома писались у него на студии. И песни писались специально для меня, но кроме вот Road 55, там мы немножко переделывали известные песни, а в основном весь материал писал для меня специально Дюк. Так вот это кому памятник у Потемкинской лестницы. Было бы здорово, если бы Дюку поставили памятник где-нибудь хотя бы, потому что столько, сколько он сделал для американской музыки. Точно. А ваши какие впечатления вот остались, когда вы туда поехали? Вы там сколько писали альбом, получается, по времени? Первый альбом мы записали за 10 дней. Второй альбом чуть-чуть побольше занял времени, потому что мы по ходу переделывали аранжировки. И мне даже пришлось несколько песен... не в один день, а несколько. Вот я, допустим, я говорю, вот я не могу сейчас, я не готова ее петь. Попела пару, сделала пару дублей, и говорю ему Дюку, говорю, что не идет, что-то не идет. Давай я-ка пересплю с этой песней. Завтра приду, завтра прихожу и... Бывает так. Бывает. Бывает довольно часто. А бывает, что прям сразу, раз и все. Вот в альбоме Hollywood Mood есть такая баллада джазовая. Такая невероятно красивая. Я ее записала с одного дубля. То есть так она легла на меня и по смыслу, и по музыке. Вот у меня 2 раза в жизни такое было. 2 раза в жизни всего такое было. Это вот на проекте «Маска» «Эхо». «Эхо любви». «Мы эхо». Я ее записала с одного дубля в студии. Серьезно? Да. И вот эту балладу я тоже записала с одного дубля. Это 2 раза в жизни у меня такое было. Ну, это вот нашим современным артистам сказать, которые альбом пишут в день с одного дубля. А как такое может быть? А у них как-то получается, я не знаю как. Не знаю, мне кажется, это такая ювелирная работа, тут должно так сойтись все. Потому что альбом ты пишешь все, это вот на века уже, да? Это же не сиюминутный сольный концерт, где ты можешь импровизировать, и завтра уже такой концерт ты не споешь, он будет совершенно другим. С теми же песнями, с тем же репертуаром. А в студии, когда ты записываешь, почему я скажу честно, вот прям как на духу, у меня есть 3 ипостаси моей профессии, которые я не люблю. Так, интересно. Это фотосессии. Так. Это съемки клипа. Да. Так. И это работа в студии. Саундчек. И работа в студии. Окей, нет, я себя психологически всегда очень-очень долго готовлю. Почему? Потому что когда ты приходишь в студию, ты должен выдать такой результат, а как его без эмоций выдавать? Публики нет никакой, тебе никто ничего не отошлет назад. То есть ты сам от себя должен завестись как-то, да? Получить сам от себя этот заряд энергетики. Где ее брать-то, если публики нет? Я прихожу... Кем мы питаемся, когда выходим на сцену? Я прихожу, драться мы начинаем с пацанами, чтобы эмоции были. Вот, бью их. Я вот иногда думаю попросить в студии, чтобы они мне грушу, что ли, повесили.
Я думал, на трубе Олег сыграешь. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруго. Тебя я услышу за тысячу звезд. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Что дальше тут? Дальше, наверное, не надо. Класс. Ну, такая она мягкая, красивая. Она мягкая, да, лирическая песенка. Uh-huh. А, возвращаясь к вашему альбому музыкальному, как раз американский, что больше всего запомнилось с этой поездки? И как работает там американский шоу-бизнес? И чем отличие от нашего, естественно? Я это не знаю, я не встречалась с представителями шоу-бизнеса, потому что я в студии сидела там целыми днями. И мне, конечно, было чрезвычайно приятно, что в записи моего альбома приняли участие такие музыканты, как Стэнли Кларк, как вокалист группы Earth, Wind and Fire, бэк-вокалист, и бэк-вокалист группы Tower of Power. То есть там составчик был «Мама, не горюй» и на первом, и на втором альбоме. Правда, встречался только со Стэнли, и он уже потом в Москву приезжал с Дюком. Я была на их концерте. Ну, потом Эл приезжал, и я пела с ним в Москве, в Крокусе. И, конечно, запомнился дуэт с Элом, который Дюк написал специально для нас. Мне бы хотелось из этого альбома, чтобы вы сейчас пели на сцене песню «Lost in Brazil». Она офигенная вообще. Надо потому... текст. На сцене давайте, мы сейчас поставим компьютер, мы найдем текст. А вы думаете, мы найдем его? А чего нет? Поскольку музлофт — это чистейшей воды импровизация, я не знала, что меня попросят спеть эту песню. Не совсем была готова. Текста нет, нет его в интернете. Дома он, конечно, есть, наверное, где-то. Но, опять-таки, не знала, поэтому сейчас буду петь эту песню без текста. Давайте без текста, потому что она крутая. Там припев, получается, он вообще без текста. Если вы захотите послушать эту песню, «Hollywood Mood», альбом Ларисы Александровны, и прямо сейчас мы споем в стиле «на-на-на». Но она очень красивая. Я прошу вас ее спеть, пожалуйста. Хорошо. Там можно же петь «In Brazil» и все. Таблички «Тысяча миль Бразилия». Да.
конце очень клевые, на записи очень клевые так джазовые импровизации в конце. Я правильно говорю? Абсолютно. Термин музыкальный. Джазовые да. импровизации? Абсолютно, да. Ай, классная вещь. Жалко, что нет текста, конечно, но ничего. Музыка очень красивая, великолепно исполнена. И, признаюсь честно, у меня, когда мне скинули эту композицию, говорит, а вот эту композицию от Долины слышал? Я говорю, слышал, но давно-давно и сразу влюбился. И у меня пробежка была. Я помню, бегу по парку, я около парка живу, и у меня на репите эта музыка. 45 минут, все, что я бегал, мне играла эта композиция. Я прилетел в Саратов, скинул вам сообщение, говорю, блин, такая классная песня. Говорит, Ярошин, послушай еще альбом «Hollywood Mood». Ну и все. И пошло-поехало. А вот про австралийские гастроли хотелось бы с вами еще поговорить. Как так далеко-то вас занесло? Сколько там наших пришли к вам на концерт, Лариса Александровна? Что самое интересное? Кенгуру видели? Да. И куалу держала на руках. Боже. Да, да, да. Ну, знаете, комьюнити-то по всему миру раскинуты. И тогда как раз был самый благоприятный период. У меня был большой коллектив, музыканты, балет. И нас позвали туда на гастроли. Было всего два концерта в Сиднее и в Мельбурне. А потом мы еще полетели в Новую Зеландию. Полные залы в Австралии были? Да. А в Новой Зеландии? 3 часа туда лету. Там у меня был просто творческий вечер без музыкантов. И сколько пришло человек? Там комьюнити не очень большая, там всего 1000 человек живет. А в этом зал был маленький, зал был 300 человек всего. Ну, там вот так сидели. Ну, я понимаю. Друг на друге. То, что туда редко залетает русский артист. В Австралии, прикиньте, классный концерт дать. Интересно. Классный концерт, и у меня на концерте был Костя Дзю. Я до этого его не знала, не была с ним знакома. Во! И вот он весь концерт просидел, значит, просто очень внимательно слушал, смотрел, четки перебирал, и что-то там в голове у него происходило такое, да? После концерта он приходит ко мне за кулисы и говорит, все, я теперь знаю, кто мою песню должен спеть. Я, да, какую песню? Песню, когда он выходит на бой. Да. Так. Потом, он мне потом уже все, вот, ну вот, я говорю, какую песню, что? Вот у меня гимн Костя Дзю, есть у меня такая песня, под которую я тренируюсь, и, значит, вот эту песню специально написали для девчачьего австралийского квартета, но мне, говорит, не нравится, как они поют, энергетики нужной нет. Давай попробуем с тобой ее записать. Вот. Ну, я ее в Москве записала, сводили они ее там. И потом Костя позвал меня, первый раз позвал, значит, вот в Лас-Вегас на бой с Забой Джудом. Причем вас позвал на бой именно, не сам, меня а вас, на да. бой, да, позвал. Да. Да. Алло, Лариса Анна, выйди, пожалуйста, вместо меня на бой. Ну, вот если ты помнишь этот бой, он его нокаутировал во втором раунде. В раздевалке еще причем. Да, кадры эти чумовые есть в интернете. Ну, представь себе, значит, вот 270 миллионов телезрителей, прямой эфир из Лас-Вегаса. Перед тем, как бой начнется, я выхожу петь. Страшно? Честно? Конечно. Я не скрывала этого никогда, конечно, страшно. А сколько в зале было людей? 25 тысяч. Ну, это прилично. Битком. Битком. Причем это же американская территория. Да. Австралийцев там было очень мало. А да. Костя был от Австралии. Да. И поэтому в свой адрес я очень много таких видела до того, как начала петь. А вы не напоете, что там акапельно? Something we're fighting for. Не помнишь? Такая короткая песня? Нет, она не короткая, просто сейчас я ее всю вряд ли вспомню, потому что это было много лет назад. Ну, в общем, короче говоря, когда я песню спела, услышала очень такой, ну, шквал прямо аплодисментов, причем и с американской стороны тоже. Но во время исполнения песни мимо меня прошел Джуда и очень сильно меня толкнул. Да ладно? Да. Если ты посмотришь видео на видео, ты это увидишь. И он сделал это специально? Конечно. Он сделал это намеренно, естественно. Жалко у нас ругаться нельзя, я не могу позволить. Я сделала вид, что... Я продолжала дальше петь, мне было... Ну, понятно было, почему он это сделал. Да, и... Но это был такой некрасивый... Короче говоря, не по-мужски же. Вы, как Костя Дзю, тоже на бой вышли. В общем, да, потом, вдвоем в паре вы тоже да, получали. Да, то в паре. Вот он говорит, он всегда говорит, что ты мой талисман. Второй раз мы полетели в Феникс.
Он тоже на втором раунде нокаутировал своего оппонента. А вот в третий раз я уже не смогла с ним полететь в Манчестер. И он проиграл. И он проиграл не просто так, его избили. Его избил его оппонент очень сильно. Он 2 недели лежал в больнице с кучей переломов, в том числе и черепа. Там просто был ужас. Но... А у меня были гастроли по городам Соединенных Штатов. Я не могла ничего отменить, естественно. Как раз вот именно в это время. Ну, Костя наш великий прославленный боксер, поэтому сейчас жив-здоров. Вы сейчас общаетесь с ним, нет? Да, все время, да, все время. Костя, привет тебе огромный. Все эти годы. Зачастую все артисты, музыканты, певцы, актеры в этой жизни сталкиваются с каким-то в хорошем смысле этого слова клеймом. Я по себе знаю, что я Антоха из сериала «Универ». Вот я 12 лет в сериале, и все меня знают как Антон Мартынов. Я об этом часто говорю в Музлофте. Знаете, я в какое-то время комплексовал по этому поводу, а потом смирился, думаю, чего? Ну и окей, ладно. Я занимаюсь другими своими делами, у меня есть там музыка, еще другое творчество. У вас есть несколько песен, которые поставили, опять же говорю, в хорошем смысле слова, яркое клеймо. Не раздражает ли вас, когда говорят «Долина, а, это же главнее всего погода в доме». Да. Нет такого? Нет. Абсолютно? Нет. Вы выходите не без... I will survive. I will survive. А, тоже клеймо есть? Серьезно? Это очень хорошее клеймо. Вот об этом я слышу впервые. О, так это вот ты сейчас сделал комплимент, получается. Это жизнь сделала комплимент, но уже все знают, как она поет. At first I was afraid, I was petrified. Ow. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how you got along. Понеслась! And so you back from outer space. I just wanted to find you here with that sad look upon your face. I should have made you look it long. Should have made you leave the key. I bet no, but just one second you'll be back. Как круто! Прям сходу, знаете как? Та-на-та-на! Я хотел другой вопрос задать, а вы сразу стали играть. Молодцы, ребята. Молодец, Лариса Александровна. Обожаю. Спасибо. Обожаю. Просто обожаю. Спасибо. Я не могу же ведь дальше не говорить о песне «Погода в доме», потому нет, что ну, она конечно, legend. Это знаковая песня для меня. Она появилась очень вовремя в моем репертуаре. Она очень сильно меня изменила. Вот, серьезно? Внутренне. Внутренне, да. Психологически она повлияла на вас? Очень сильно. Я буду... Как на женщину. Так. Так вот, мы уже были... На заключительном этапе записи пластинки «Погода в доме». Так. Не «Погода», тогда еще не было названия «Погода». Просто писали пластинку Руслан Горобец, да, и Михаил Танич. Да. И нам не хватало заключительной песни какой-то. Вот просто мы не он, ни Танич, ни Руслан не могли никак понять, какой она должна быть. У меня был такой редкий выходной дома. Жуткая погода была на улице, дождь непрерывный, серое небо. Ну, такая типичная московская, я бы так сказала, погода. Похмельная, да? Московская погода называется. Может быть, похмельная, не знаю. Хорошее название, кстати, да. И вдруг звонит Танич, говорит: «Ларик, слушай, я тут написал текст мужской.
хочу тебе прочитать его. Ты просто скажи свои ощущения. Может это быть песня какая-нибудь или нет? И начинает мне читать «Погоду в доме», только в мужском варианте. У меня градом просто слезы. Причем без всякой истерики. Бывает такое. Вот да. Слезы льются, независимо от того, хочет ты этого или нет. У меня просто градом слезы. Я его останавливаю по телефону. Я говорю: «Михаил Исаевич, умоляю, остановитесь. Переписывайте ее на меня. Это моя песня». У меня тогда по жизни, вот, в личной жизни были такие подготовка к переменам, скажем так, психологическая. Не знала, что еще произойдет. Это произошло чуть позже. Но это была, видимо, какая-то подготовка. Женщина всегда чувствует, всегда, да. что с ней будет происходить. А, взахлеб ему говорю, значит, вот, пожалуйста, он говорит: «Да, ты что, серьезно?» Я говорю: «Да, абсолютно». Ровно через полтора часа он мне звонит и читает ту «Погоду в доме», которую знает теперь вся страна, весь мир, не знаю сколько, да. Я говорю: «Все, отправляем Руслану». И где-то часов в 11 вечера он мне звонит и напевает «Погоду в доме», ту, которую все знают. На следующий день мы встречаемся втроем у Танича. Мы ее поем и понимаем, что это просто, ну, смертельный просто хит. Смертельный хит. Да. Так, а причем, видимо, вы настолько переживали какую-то личную историю, что людей же не обманешь. Эта песня была настолько искренне спета, что она сразу попала в сердца. Но женщин понятно. Да какие женщины? Не только женщины. Мужчин тоже, как выяснилось потом. Ты знаешь, сколько семей я... Развалили? Наоборот. Собрала. Собрали? Собрали. Те люди, которые собирались разводиться. Сколько семей таких было? Вот, и я довольно часто получала записки из зала: «Спасибо вам за погоду, вы нашу семью спасли». Вот такие вот вещи были. Ну, для меня это тоже такая важная история. Люди ведь пишут правду, да, в таких записках. И, ну, и у меня тоже внутри, с появлением этой песни, очень многие взгляды на жизнь изменились. И если раньше меня, до того, как появилась эта песня, называли такой железной леди, у которой нет сердца, тут оно у меня резко вдруг появилось. Ну, то есть я правда, это была правда, такая, это был переломный период в моем творчестве. Потому что до этого я, скажу честно, я, ну, так, любовалась своим голосом. Угу. Чаще всего не вдавалась в смысл песни, в текст, драматургию и так далее. Просто пела. Вот. Типа пою-пою, а настроение все равно. Какая разница? Я же в ноты типа пою. Все. Типа, красиво пою. Типа да. Это была большая ошибка моя, конечно, которую я потом... Вот хорошо, что это вовремя все пришло, понимание. Вот как раз с «Погодой в доме» оно и пришло. Я пересмотрела весь свой репертуар. Многие песни я переписала. Вот просто переписала в студии. Потому что как робот были. Потому что, да, да, в какой-то степени, да. Нет, хотя композиторам все это нравилось. Сейчас удивлена, почему. То ли они мне льстили, скорее всего, льстили. Ну, в общем, я пересмотрела все свое творчество, и теперь учу этому своих студентов, что ты можешь быть семипядей, там, ты можешь, да, обладать диапазоном в 3,5-4 октавы, но если ты не будешь петь вот этим местом, ты никому не нужен. Хочется поставить небольшую точку именно в этом разговоре. Песня «Погода в доме», куплет, припев. Давайте вспомним замечательную песню. Друзья, если вы в стадии развода, пожалуйста, спойте песню «Погода в доме», послушайте ее, и все у вас будет хорошо. По методу Ларисы Александровны Долиной. Поехали. Так неожиданно, с трубой она слушается, конечно. А это разве труба, это же флюгельгорн? Ну ладно, чего, для нас-то труба. Иди учиться, Стас. Пошел учиться. Прогноз у нас сегодня милый, с чем ты опять проснулся не в ладу? Скажи мне просто, Господи, помилуй, какую блажь имеешь ты в виду? Главнее всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме.
легко уладить с помощью зонта. Есть и я, и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Ну вот, собственно, и все. Да. Как мы познакомились с Ларисой Александровной Дольной? А вы еще не знаете, как мы познакомились с Ларисой Александровной? В гримерке в 94-м году на «Песни года». Я хотел спросить, да, ну, почему-то в одной гримерке были Анжелика Варум и с музыкантами. И вот а Лариса, ты тогда работал с Анжеликой Варум? Не, меня просто удивило. Она, Лариса Александровна, увидела торт и как-то к нему сразу потянула. Вот, Тогда, да, тогда я еще ела тортики. Ой, сейчас можно подумать. Ну, никакие нечти, Лариса. Клянусь, нет. Нет? Вчера за столом ты не представляешь себе, какая для меня была пытка. Передо мной поставили два огромных лотка с пироженными. Я не притронулась ни к одному из них. Ни к одному. Так что не надо. Все, я молчу, молчу. И что, 94-й год, гримерка. Я просто такую историю вспомнил. Лариса Александровна потянулась... Она спросила, а можно мне? А как же твои музыканты? Анжелика говорит, они у меня по-солененькому. Я вот тогда узнал, что я, оказывается, по-солененькому. А что Лариса Александровна любит сладко? А у меня вообще другая история была. Ну как, наверное, и... Я сейчас тоже встречаюсь с ребятами, которые подрастают там на том же сериале «Универ», и говорят, когда знакомятся с тобой, там уже известные молодые певцы, артисты, говорят, ой, мы никогда не думали, что здесь окажемся там у вас в шоу, либо еще где-то с вами. У меня такая же история. Но мы пришли, мне позвонили, сказали, бар в большом городе. Маришка вот позвонила, говорит, бар в большом городе, говорит, тебя Ира Чеснокова зовет уже там в третий-четвертый раз, все, никак не могу прийти. Я говорю, да, давайте все. А кто будет там? Леша Чумаков и Лариса Александровна. Я говорю, о, ну, конечно, классный состав. И я захожу, и с Лешей-то я давно был знаком, а с Ларисой Александровной вообще не был знаком. И мне, я так скромненько сначала мимо прошел, Лариса Александровна гримируется, и в какой-то момент я уже думаю, ну, надо подойти, ну что ж, поздороваться, познакомиться, Лариса Александровна, Ярушин. Он говорит, знаю, подписано на тебя в Инстаграм, вижу, что ты делаешь, и мне начинает Лариса Александровна сыпать комплиментами. Я краснею, я бледнею, и хотел это правда ей сказать. И правда покраснел. Я офигел, говорю, подождите, а как? А как я, Ларисана, сейчас должен реагировать на то, что вы мне сказали? И, в общем, дальше у нас разговор клеится, мы разговариваем там, о разных темах, о хоккее общие темы нашли. И мы обменялись телефонами, и я потом приехал к Ларисе Александровне на кафедру в музыкальный институт. Вот, мы пообщались минут 30, и я вышел оттуда... Ну, просто вот в феерии я вышел. Первый, кому я позвонил, это супруге. Сказал, Лариса Александровна предложила дуэтную песню. И так страшно стало, ребята! Вы не представляете, как стало страшно! Мы сидим, разговариваем, я говорю, Лариса Александровна, а куда двигаться-то, в каком направлении? Она говорит, Ярушин, ты пиши, я под тебя подстроюсь. И стало еще страшнее, прикиньте. Потому что человек-то действительно может подстроиться под любую историю. Я просто огромное количество дуэтов видел у вас. Сколько их, я не знаю, я не считал. Со многими артистами. Я тоже не считала. Вам нравится петь дуэты? Да. Да. Это своего рода эксперимент. Эксперимент, согласен. Да, а я никогда их не боялась, наоборот, я всегда вот в пучину. И Лариса Александровна, значит, мы сказали, что мы созвонимся после 17 января и начнем совместную работу. Сейчас я потею, потому что я хочу представить Ларисе Александровне дуэтную песню. Супер. Я скажу так, одно. Мы ее сейчас под гитару с Сережей споем. Да без проблем. Текст пришел только сегодня утром. Ух ты. Клянусь, потому что мы его дописывали, доделывали. И это демо-демо-версия. Вы прекрасно знаете, что такое демо-версия. Это все собрано, но поймете. Конечно. Я ее вижу в таком при... Сереж, такой латино, да, больше будет? Босановый такой, да. Может быть, сделать. Шансон-босанова. Шансон-босанова. Я вам звонил, когда говорил, есть материал шансон-босанова. Ага. То, что вы с Чумаковым умеете делать, круто. Вот, мне кажется, вот что-то в ту сторону. Интересно, шансон туда клеится, это слово, точно?
Да, мне нравится словосочетание «шансон босанова». А, да, вот нет, я не понимаю, как босанову можно срастить и скрестить с шансоном. Поэтому сейчас послушаю и скажу точно, как можно будет ее назвать, если позволишь. Уважаемые зрители, на ваших глазах рождается сейчас вот... Вы сейчас присутствуете в рабочем моменте. Давай. Готов, Серег? Пробуй. Да, конечно. Я собрал его в бышке, ага. Знать суждено, словно в старом крутом кино. Через года снова сводит с тобой судьба. Встреча глаза в глаза. Растерялся, а что сказать? Понял сейчас, что это шанс для нас. А, погромче. Эй! Ты уйдешь, но найду тебя в Инстаграм. Рап-та-рап, напишу. Может, снова встретиться нам. У меня для тебя есть тысяча слов. Я хочу все вернуть и нашу любовь. Второй куплет. Знать суждено, и поверь мне, не все равно. Кто как-то все вдруг, и предательски сердце стук. Ведь столько лет прошло, но я помню твое тепло. Вижу твой взгляд. Вижу, что рад, мне рад. И припев. Ты найди меня в Инстаграм. Напиши, может снова встретиться нам. У меня для тебя есть тысяча слов. Может быть, мы вернем и нашу любовь. Еще раз. Ты найди меня в Инстаграм. Напиши, может снова встретиться нам. У меня для тебя есть тысяча слов. Очень нравится. Честно? Абсолютно. Как на духу. В студию срочно убегаю. Поехали. Без проблем. Так. Нет, правда нравится. Я сейчас волнуюсь, прикиньте. Я реально сейчас спел песню, и у меня тремор небольшой есть. Потому что что скажет Лариса Александровна? И слова ложатся красиво на музыку. Наверное, Бразиль повлияла, да? Да вполне возможно. Никакого шансона здесь нет. Ну, настоящая, чистая босанова, красивая, написанная мелодия. Текст прекрасный. Все мне очень нравится. Поем. Пишем и поем. Только я продюсирую. Лариса Александровна поет за себя, а я пою за Чумакова. И сейчас посмотрим... Ты поешь за себя, Стас. Или посмотрим, он за меня пел. Погнали, я пою за себя, Лариса Александровна за себя. Погнали, давай, споем. Подняться над собой. Облака я трогаю руками. Сам себе пилот, сам себе капитан. Чудом
ты подставил мне плечо свое, чтоб все увиделось отчетливо, чтоб высоко несло меня его крыло. Надо выше петь, по-моему. Кажемся рискованным, над целым миром плыть раскованно, но видеть жизнь совсем по-новому, поднявшись над судьбой, поднявшись над собой. Пока я трогаю руками, сам себе пилот, сам себе Лариса Александровна Дольна в гостях шоу «Музлофт» сегодня. Все это на импровизации, как обычно, ребятушки мои. Хотелось бы сейчас поговорить о кино, к которому вы имеете непосредственно отношение. Mm-hmm. Честно говоря, я не догадывался, что так много вы спели для наших советских фильмов. Mm-hmm. Очень много. «Человек с бульвара капуцинов». Вы. Я считаю просто. «Бременские музыканты». Uh-huh. «Необыкновенное чудо». Uh-huh. я сейчас уже... Вы меня в тупик поставили. «Танцплощадка». «Танцплощадка». «Мы из джаза». «Мы из джаза», конечно! «Синяя это... борода». Совершенно верно. Легендарная с Боярским. Боже мой, картин... у меня около 80 картин озвученных. Ай! Класс. Угу. Вы, я хочу поговорить о человеке с бульвара капуцинов. Пожалуйста. А вы действительно знакомы были с Мироновым? Да, конечно. Да, была знакома и очень хорошо. У него была самая богатая джазовая коллекция. Пластинок. Да. И он частенько меня звал домой, но я ни разу не была, не получалось никак, чтобы послушать. А мы довольно часто встречались в совместных концертах. Ну, это совершенно, конечно, необыкновенный человек был во всех отношениях. Он был таким и в жизни, как на сцене. Теплым, сердечным, таким невозможно обаятельным. Ну, про талант даже говорить не хочу. Такие не рождаются дважды. Да. «Человек с бульвара капуцинов» такая для меня очень знаковая работа. Собственно, так же, как все работы, которые у меня были связаны с именем Аллы Суриковой. Потому что она, конечно... режиссер. Гениальный, конечно. Ну, да, абсолютно. Мы с ней дружим много-много лет, вот с тех самых пор. Я еще к новогодней ее картине записала песню одну после того, как после этого она дала мне прозвище, которым я очень горжусь. Она сказала, что я Миронов в юбке. В гостях «Музлов» сегодня Миронов в юбке. Лариса Долина. Давайте, я нашел текст. Давай. Я нашел. «Время настало». Или вы с ковбоя хотите? Нет, давайте ковбоя. Да. Давайте с ковбоя. Ковбой, герой волшебных снов. Класс! Меня волнуешь ты, не скрою. Ковбой, хоть пару нежных слов найди, и я пойду с тобою. Класс. И в грохоте дня, и в сонной тиши слова любви услышу я. Ты только скажи, 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 я
услышу, тебя я услышу, да-да, я услышу. А дальше там уже другая история. А дальше я должен петь. Не-не, там другая история. Там... Вот они мы! Там, да, там другая мелодия. И... Да не, ну ладно, все, ну ладно. Да, конечно, это, я думаю, мы этого вспомни... достаточно. Я вспомнил ее достаточно. Да, да, да. А что из «Атаманши» была? Какая там тема еще? Вы пели и бременские музыканты? Там, да, там две арии «Атаманши», значит, первая, сейчас скажу. Говорят мы бяки-буки. Давайте, пожалуйста. Как он выносит нас земля. Тональность, споем обязательно. Мне, да, давай текст найдем тоже. Просто не помню. Бяки-буки, текст. Взять бы, что ли, карты в руки и погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадать на короля. Есть? One, говорят мы бяки-буки, как выносит нас земля. Взять бы, что ли, карты в руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадать на короля. Ой-ля-ля, ох-ля-ля, эхма! Завтра дальняя дорога выпадает королю. У него денежонок много, а я денежки люблю. Ой-лю-лю, ой-лю-лю, а я денежки люблю. Ой-лю-лю, ой-лю-лю, эхма! Королева карта бита, бит и весь его отряд. Дело будет шито-крыто, карты правду говорят. Ай-ля-ля, ой-ля-ля, завтра грабим короля. Вспомним пару песен Битлов. Начнем с Back in USSR. Flowing from Miami Beach, we always see. Didn't get a bed last night. All the way the paper bag was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in USSR. You don't have no alibi, babe. Back in USSR. Для меня кошмар. Зато все будут говорить, что Долина здесь пришла и живьем дала жару, елки-палки. Вот в чем искренность-то здесь проекта. Давайте вспомним еще одну песню Битлов на Let It Be. Говорит хорошо. Давай в регги, конечно. But I find myself in times of troubles. Mother Mary comes to me, speaking words.
words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And the broken heart of people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there's a still a chance that they will see. There let it be, oh, let it be, let it be, let it be, oh, let it be. There will be an answer, let it be. One more time, let it be, let it be, let it be, oh, let it be. There will be an answer, let it be. Класс! А иностранные исполнители вы, я так понимаю, кроме джаза, никого не слушаете? Нет, нет, почему? Есть? Конечно, слушаю. Конечно, я слушаю. Люблю открывать для себя новые имена. Вот, например, люблю песни из кинофильмов, вот, американских, голливудских, но не всегда вспоминаю имена исполнителей, а вот песни такие... Пишутся там, конечно, грандиозные совершенно. У нас тоже пишут песни. Есть там материал, который пишут кино. Вот сегодня. Но что-то не цепляет он меня. Не знаю. Ковбой! Нет, ковбои пели уже сегодня. Про ковбоя уже пели сегодня. Да. А это же оттуда же тоже, да, Вань? По-моему, из «Человека бульвара Капуцинов». А что это за песня? «Волшебный луч». «Волшебный луч». Вот его тоже я пела. «Волшебный луч». Да. Да-да-да-да. А там уже текст идет. Вань, просто поиграем, мы по кайфу. Волшебный луч. Спасибо тебе, женщина. Ты светишь мне. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо. Ты словно луч в кромешной тьме. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Ты словно луч сияешь мне. Дальше не помню. Ну пофиг, что-нибудь, Лариса Анна. Я во сне. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо, спасибо тебе. Слушай, ну столько лет прошло, я уже не знаю, сколько это... Raindrops to fall on my head. Raindrops are falling on my head. Let keep falling. So I just don't da 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 da. Raindrops keep falling on my head. Let keep falling. So I just go. Не помню дальше. Да-да-да, я текст не помню. Когда ты пела ее, не помню текст. Класс! Чисто на импровизе, супер. А где мы в ближайшее время можем увидеть Ларису Александровну Долину и какие ваши цели и задачи на этот год, Лариса Александровна? Записать дуэт с Ярушиным — это цели, естественно. Да, я уже записала дуэт с Оксаной Казаковой. Так. Очень симпатичная, очень одаренная девушка. Тоже...
нет человека, который бы ей занялся по-настоящему. Она уже набралась столько опыта. Это солистка группы «Ассорти». Это вот тот самый народный артист, откуда вылезли Чумаков с Панайотовым. Надо на заметочку взять. Кого Оксана, нам... Оксана Казакова, да. Оксана Казакова. А кого бы вы нам посоветовали бы прийти, пригласить Мазлов? Да Винчи, притащите Андрюшку. Андрюха Лобжанидзе, я с ним знаком очень хорошо. У него столько музыки вообще. Он такой, такой самобытный, такой интересный. Мы с ним записали еще один трек, называется «Фрик». Просто убойный. Не выпустили еще? Еще пока нет. Такой фанковый настоящий прям, с таким текстом. Я там тоже рэп читаю. Вы рэп читаете? Да, в «Мурашах» я тоже читаю рэп. «Мураши по коже». Я читаю, слышал, да. А здесь еще круче рэп. Лариса Долина не останавливается, друзья. Mm-mm. Скоро и мы зачитаем рэп. Не дождутся. Цели и задачи какие, помимо дуэтов? Вот. Я знаю, что все дуэтов-то, успеть. Конечно, много. Все успеть. Все успеть, просто все успеть. Сделать, отрепетировать программу с музыкантами и уже поехать куда-нибудь на гастроли. Но прежде чем мы поедем, я хочу дать концерт на Авторадио. Такой вот там анплактовый такой концерт. Uh-huh. Они давно меня зовут, не было музыкантов, сейчас, к счастью, они уже есть. И такой концерт делаем, потом наметим себе, у меня как раз сегодня встреча с директором, мы будем намечать гастрольный график на этот год. Вот. И, ну, хочу правда все успеть, я не знаю, как это все будет, потому что в этом году столетие российского джаза. Я готовлю концерт в институте, буду участвовать во всех фестивалях, которые будут обозначать этот юбилей, потому что это очень важно для страны, вот, и так далее. И еще одна есть идейка. У нас в этом году с Игорем Бутманом ровно 20 лет нашему карнавалу джаза. Может быть, какой-то концерт соорудим, не знаю, посмотрим. Мы же с вами договорились не употреблять сегодня слово «карнавал». К сожалению, она появилась позже, чем программа эта состоялась, я, да. Я про другое, я вообще сейчас, я про слово. Я поняла тебя, да. Лариса, спасибо вам огромное, что вы пришли. Да ой, мне было классно, мне было замечательно. Спасибо вам большое, музыканты классные все. Это они еще не старались. Еще бы они не старались. Давайте, мужики! Какие у нас разные артисты, разные песни. Это такой кайф. Пью я слезы, ну а ты вино. Я грущу, а ты сейчас в Париже. Черно-белое смотрю кино. Так, наверное, и было в жизни. Ты пришлешь букет мне, как всегда. Я пошлю кольцо в письме ответном и утонет в дыме сигаретном. Черно-белая моя судьба. Три розы белых-белых лягут на стол. Три розы черных обжигают мне руки. Три розы белых-белых — это любовь. Три розы черных-черных — это разлука. Обещал приехать ты ко мне. Ты опять свои слова нарушил. В море черном плаваю во сне. Снегом белым оттираю душу. Не смирюсь я с этим никогда. В белом небе черной птицы взмою. И я камни брошусь головою. Черно-белая моя судьба поет. Три розы белых-белых лягут на стол. Три розы черных обжигают мне руки. Три розы белых-белых — это любовь. Три розы черных-черных — это разлука. Давай, Лёша, знаю я, что это звездный час. А еще один, ну давайте. Тара-пара-пара-пара. Друзья мои, давайте так. У нас в гостях была сегодня потрясающая Лариса Долина. Дайте мне, пожалуйста, дайте. Вот умеете так от камеры. Хапа! И все. Ты пришлешь букет мне, как всегда, да. Спасибо огромное, что пришли. Еще раз припевчик. Три розы белых-белых лягут на стол. Три розы черных обжигают мне руки. Три розы белых-белых — это любовь. Три розы черных-черных — это разлука. Разлука. Три розы белых-белых лягут на стол. Смотрите, Мазлавт! Три розы черных обжигают мне руки. Слушайте Ларису Долину!
музыку. Пока, друзья. Лариса Довольна, Музлов. До новых встреч. Эти замечательные ребята, музыка. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. От души, Лариса Александровна. Не отпущу. Не отпущу.